Дороги рядом с Дворцом детского творчества начнут ремонтировать в мае. Сделать это пообещало руководство муниципального образования Купчино. Перечислить все изменения, которые произошли во Дворце детского творчества после большой реконструкции, не под силу даже руководителям учреждения. Здание ремонтировали весь прошлый год, чтобы в 2016-м достойно встретить 80-летие дворца. Однако приводить детей на занятия родителям с каждым разом становится все труднее. Где мы едем, там ямы, очень большие ямы. То есть я даже ударяюсь дном. Дорога очень плохая. Латать ямы на дороге, которая идет к учреждению через жилой массив, руководство образовательного учреждения не может. Пока же разбитое асфальтовое покрытие постоянно норовит сорвать выступления воспитанников секций. В нашем дворце 7 образцовых коллективов. И они постоянно выезжают. Для того, чтобы пригласить сюда автобусы, микроавтобусы, для нас это вызывает тоже большое неудобство. Во дворце уверены, следить за состоянием дорог должны муниципальные власти. И с этим чиновники не спорят. Первым делом займутся участком дороги от дома 36, корпус 1 по улице Будапештской до территории Дворца творчества. И также мы планируем совместно с Дворцом детского и юношеского творчества сделать новый удобный подъезд ко входу, чтобы родители и дети, которые посещают это учреждение, не объезжали по всей территории квартала. Въезд будет сделан с улицы, планируется сделать, если нам все согласуют, с улицы Будапештская. Также муниципальные власти планируют благоустроить квартал, окруженный улицами Будапештской, Турку, Бухарестской и проспектом Славы. Здесь будут высажены новые деревья, оборудованы пешеходные дорожки и отремонтированы детские площадки.